Сотрудники МЧС продолжают проводить рейды по водным объектам. Они осуществляют патрулирование, во время которого гражданам не только напоминают правила безопасного поведения на водоемах, но и рассказывают о последствиях беспечного поведения. С начала этого купального сезона было зарегистрировано 7 погибших на воде. Все они утонули в неорганизованных для купания местах. В 90% данных случаев причиной беды стало нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники МЧС напоминают, что на территории автономии действуют 3 официально разрешенных пляжа – пляж в городском парке культуры и отдыха, пляж логова Скорпиона и айс-пляж. Эти водоемы допущены к эксплуатации и соответствуют всем нормам. Гражданам стоит помнить, что купаться можно только в разрешенных местах, при этом нельзя заплывать слишком далеко от берега. Самое главное, что стоит помнить, это не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как человек может потерять сознание, либо у него могут начаться судороги. При несчастном случае следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону 112.